В 2005 году они, кажется, убедили всех нас, хлопая ресницами, можно взлететь. После этого была череда великолепнейших концертов. И вот впервые в этой пятилетке братья Гримм и Константин Бурдаев снова в Дзержинске. Не просто в Дзержинске, а в Бакинском бульваре номер один. Мы начнем сразу, наверное, чтобы понятно было, кто приехал. Чем он не жалеет? Дурак, бляха, и хлопа, и шницы, и цвета, ресницы закупай. Хлопа, и шницы, и цвета, ресницы, и покай. Гримм-рок получается в нынешнее время танцевальный, более такой заводной, задорный, что ли такой. Ну, в общем-то, прежний, тот же самый гримм-рок, солнечный, мягкий и радостный. У нас сегодня такой маленький камерный концерт для своих, и мне все-таки... Все равно бывает, перед сколькими людьми играть, то есть сколько количества людей в зале. То есть это, может быть, у нас бывало и 2 человека, бывало и 1500, 30 000 человек. То есть мне не важно. Я, главное, нахожу среди них людей более-менее активных и начинаю с ними взаимодействовать, и сам получаю это удовольствие. Без этого никак, потому что нужна какая-то обратная связь, нужно, чтобы люди реагировали, и даже вот пока все идет по плану, то есть когда людям нужно танцевать, они танцуют, когда они нужно танцевать медленные танцы, они медленно кружатся, когда нужно петь, они поют, то есть все у нас происходит по плану, и сегодня я думаю, что мы будем взаимодействовать по полной программе, особенно к концу концерта. У нас есть хиты не только, которые ресницы кустурицы, есть самая любимая музыка, например, которая стала хитом в 2015 году вообще. Вот. Есть такие песни, как «Лилей», вот совершенно свежая песня, как относительно свежая 2017 года. Вот новый «Робинзон» у нас появился. Добрый вечер, Дзержинск. День жара и снега, знай наш кучай, я ближайший, например, вот летом мы выпустим мини-альбом. Мини-альбом, так называемый, то есть там только 4 песен, точнее всего 8 песен, 4 песни и 4 вариации на эти же песни, то есть в ремиксах, допустим, да. То есть вот это EP или миньон, вот летом мы выпустим такой мини-альбом. И я думаю, что в следующем году уже, подзаписав еще какой-то материал, мы уже выпустим полноценный большой альбом. Я так надеюсь. Та кухня, которая здесь, она может составить конкуренцию, я говорю, многим большим столичным, известным каким-то заведениям. То есть я вообще люблю восточную, например, кухню, вот азербайджанскую. То есть я знаю в ней толк, я много бывал. То есть я много вижу, много бываю, мне есть чем сравнивать. И то, что я вижу здесь, то, что я пробовал здесь, это на очень высоком уровне. То есть именно вот в том сегменте, в котором преподается это заведение. Еще скажем, давайте. Папаша, ты раскрывай свежие. Папаша, ты потеря держи. Ведь все мы, папаша, ты не тревожься зря. Далеко ли он, далеко ли земля. Второе отделение концерта.
концерты еще впереди. Вот, и будет, будут танцы до упаду, и будет очень тепло, я бы даже сказал, горячо. Ах, как хорошо, скоро. Прекрасно, даже на два голоса. Аплодисменты. Давайте то же самое, только вниз. Усложняем. Вместе. Отлично. Молодцы. Отлично. Теперь то же самое. Содержи эхо, не повторяй. И загадать желание. И, наверное, это произойдет даже скорее, чем мы думаем. То есть, желание. Вернись ко мне, светлость, вторую руку мне подари. Песню, где мы еще вместе. Дорогие дзержинцы, который раз я у вас в гостях. Мы с вами хорошо знакомы, даже сказать, уже почти что друзья, можно сказать, друзья. Вот, часто видимся, и поэтому хочется вам пожелать всего самого-самого наилучшего, чтобы все у вас пренепременно сбывалось, чтобы вы находили друг друга вовремя и когда надо, чтобы у вас появлялась любовь между вами, чтобы появлялись семьи, ну, а вследствие дети, чтобы вы жили долго-долго вместе до старости, умерли один день, все.